Are you an assassin? I'm a soldier. Добро пожаловать в игровую комнату и добро пожаловать в мой спокойный уголок, где я могу отдохнуть после того, как мне надрали задницу вьетконговцы, и мне пришлось оттуда драпать на лодке с местными, как бы так сказать, с местной армией. Они мне вытащили мою задницу с-под обстрела этих ребят. И вот мы остановились на том, что нас отправят в ночную миссию без ночного видения и всего вот этого вот, что, ну, кроме как поддержки артиллерии. Да, я ж не перепутал миссию. Да, основная задача операции — найти и эвакуировать пленного сержанта американского войск, да. Навести огонь наземного артиллерии и авиации на деревню, занятую силами Вьетконга. Дополнительное задание – произвести рекогносцировку заболоченной зоны и ее окрестностей. Ловушки, мины. Да, проверить сведения о наличии базы снабжения сил Вьетконга. Важно. По возможности не допустить обнаружения противником. А я взял же пистолет с глушителем. Стоп, новое снаряжение. Пистолет токаря. Нет, надо с глушителем взять. Состав: раз, два. Хокинс, Крокер, Дефор, Бронсон, Хорнстерн, Худ. Позывные: енота. Ну, понятно, понятно. Будем грабить. Все понятно. Поддержка артиллерии, лагерь, плейку и авиации. Обстановка. Обстановка жопская. Кхебана. Как ебанет, да, вы поняли. Так, пистолет надо поменять, а то вот он, конечно, хороший. Меткий, как хрен. Так, сейчас, подождите, так, оп, да. Пистолет с глушителем, патроны к нему. Не знаю, выдадут еще или нет, поэтому забираем все, что тут лежит. И да, у меня идет АК, да, патроны только к нему надо бы забрать. Все, все забираем, все, что только можно. Так, и вперед. На миссию спасем сержанта Райана. Сержанта непонятно, как его там зовут. Сержант, непонятно, как тебя зовут, мы тебя спасем. А, вот фотография, вот его фотография. Ух ты ж, ядрить, колотить. Ах ты ж, блин. Ах ты ж. Коршун, я енот, слышите меня, прием. Нет. Енот, я Коршун, так слышите, прием. Я Лис, свяжитесь с отелем 6, сообщите, что высадка прошла успешно. Мы движемся к точке Бейкер, прием. Это не я должен базарить. Я Коршун, я сообщу отелю 6, удачи, прием. Что у вас... Я енот. Счастливо добраться домой, ребята. Конец связи. Супер. Так, на всякий случай, вроде как ночное видение вроде было. Лечь, цель, стрелять, полное движение. Нет, действие, оружие. Нож, пистолет, снаряжение, граната, световая растяжка, карта. Стоп, световая. Труба, последнее оружие, разведданный, фонарь, бинокль. Команда, действие, цель, перезарядка, штык. Ну, штыки, сменить оружие, огня. Что, ночного видения не будет? Где Нхут? Нхут, мать твою, где ты? Я тебя не вижу. Надеюсь, ребята, хоть вы что-то видите. Я ничего не вижу. Обожаю такие миссии. Так, Крокер, так, по карте, вот тут один, а вот Нхут. Так, что я только что сделал? Так, только не говорите. Черт побери, я случайно выкинул автомат. А, вот он.
Иди раз в точку. Какой Б? Иди? Я автомат уронил. И фонарик не включит. Да подожди ты. Ребята, подождите. Я автомат потерял. А вот. Я пересрал уже. Я чисто случайно автомат выбросил. Шикардос. Какого хрена? Даже ночного видения нет. Давай, ну вот. Так, что там у нас? Весь район заболочен. В точке Бейкер придется идти по азимуту. Нахуй нас поведет. Так, свет. Мне нужно немного... Во. Черт, далеко это... Так, где я? Куда? Вон. Ребята, только не заблудитесь. Подожди, нахуй. Я же ни черта не вижу. Главное, чтобы не подорваться. И ночное видение нет. Худ, веди давай. Ты где? Ага, вижу. Да, ребята. Надеюсь, вам геймплей нравится. Видно ж? Вам все видно. А если не видно, ну так включите ночное видение на экране. У вас что, монитор не за 200 баксов? Ну тогда я уже ничем не могу вам помочь. Где он? Ага, он сюда куда-то пошел. Блин. Давай, Инхут, веди нас. Че ты встал? Иди, Инхут. Слушаюсь. Давай, слушаюсь. Черт побери, ребята, я вас не вижу. Ты где, Инхут? Куда он делся? Я даже прицелом не могу его... А, вон он. Он сюда куда-то попёр. Погодь, парень. А, вот он. Нет, Конга. А, вот. Охрана. Где? Говорили, что тут все чисто. А где? Мы ждём остальные. А, хорошо. Все остальные пришли вперед. Мой зайдёт другой человек. Что? Мы ждём остальные. Так остальные уже здесь. Вы чё тут встали? Вперед, Ден Худ. Мы ждем остальные. Так они же пришли. Мы ждем остальные. Да чтоб вас. Так, а где вы видите противника? Я не понял. Мы ждем. Да остальные тут, вон они. Они что, пялятся на противника, что ли? Ладно, сохранимся и проверим, где эти противники. Ох ты ж, я аж занырнул и пересрал. Так, да вроде никого не видно. Ты меня заливаешь. Мы ждем остальные. Какая там кнопка командовать этими? Ай-яй-яй, не эта кнопка. Так, вот это вроде как. За мной 5. За мной! Воу-воу-воу-воу. За мной! Так. Ну худ, давай. Много видят Конга. Что? Так, где ты? Я опять его потерял. Да чтоб тебя. И фонарик не включить. Я ни хрена не вижу. Где? Вот он. Мы идем, когда мы все близко. Ух ты ж! Откуда он? Мы идем, когда мы все близко. Давайте идите сюда, идиоты. Мы ждем остальные. Господи, инвалиды. За мной, идиоты. За мной! За мной! Нахуй, вытащи нас из этого сраного болота. Наша цель — точка Бейкер. Так точно, Трункси. Бараны, господи. Офигенное задание. Ребята, просто невероятное задание. Я опять потерялся. Он здесь где-то.
Хорошо, что у меня карта есть. Вот я о ней вспомнил. Ты где нхуд? Блин, вроде вот снайпер. Вот тут вот что ли? Да нет. А вот там вот где-то дальше. Вон он. Обожаю ночные задания. Вам нравятся ночные задания? Вот и мне тоже нравятся. Особенно если без ночного видения какого-нибудь. Нам нужно попасть в точку Бейкер. Нхуд поведет нас. Да, понятно. Сколько мы уже прошли? Мы прошли вообще хоть куда? А, вон он. Ох ты ж, да мы далеко куда-то не туда пошли. Снайпер, куда ты попёрся? Куда вы все побежали, идиоты? Радист, мать твою, ты где? А вот ты где. Давай рацию. Отель 6, я енот. Ты очень далеко от цели, но обнаружили хижину конговца. Прием. Да, что нам делать? Енот, я шестой. Об этом не докладывали. Предполагалось, что район пуст. Проверьте, только осторожно, чтобы не потревожить противника. Супер. Прием. Шестой, я енот. Вас понял, отбой. И, блин, фигня полная. Ай, давай. Есть Трункси. Так, что там? Мы идем, когда мы все близко. Так, ну все тут вокруг стали, оно здесь, да? Я так понял. Хижина. Так. Так, лодка. Угу. Ну, хижина. Ай. Так, я чё-то не... Фонарик не работает. Ну и чё тут увидеть? Тут ж ни черта не видно. Ну, хижина. Ничего нет. Всё, выдвигаемся дальше. Если только вы уже не убежали, ублюдки. Команда, а вот они собрались, все окей, давай, Нхуд, веди нас дальше. А, вон он, это снайпер, черт, в темноте перепутался с Нхутом. Блин, вот поэтому я ненавижу болото. Это началось еще с Dark Souls? Нет. Если меня скажут еще одно задание в болоте, пусть капитан сам туда лезет, в это чертово болото. Так, только не встаньте там вместе, идиоты. Давай. Мы идем, когда мы все близко. Ну так и вперед, ну так и... Мой зайдет другой человек. Кого? А, я понял. Давай. Давай. Шевелись, ледуй давай, лядуй, как кабанчиком. Одна нога здесь, одна нога там. Главное, чтобы это сейчас не произошло, и тут гранаты мин нету, и растяжки. А то и вправду будет одна нога здесь, другая там. Так, проверим. Черт, только полпути прошли. Так, сейчас подождите, вот тут вот. Мини-карта спасает. А то вообще ни черта, практически. Тут уже посветлее стало. Во, ребята, видите, я же говорю, геймплей. Чувствуете, вот видите, в заставке же было, что я по болотам. Оп. Так, оп, а потом выныриваю. И все как в заставке, только не помню, как этого актера звать, который играет главную роль в фильме «Апокалипсис сегодня». Давай, лядуй вперед. Нутелла, веди нас к холодильнику. Хотя, где тут холодильник может быть? Да что ты встал? Куда? Ах ты ж, ух ты ж! Да, ребята, вот тут я, конечно же, опростоволосился. Одиночная игра. Какая же жопа. 21 загрузится.
Опа, реакция мангуста, да-да-да. Он сдох или не сдох? О, не-не-не-не-не. Не, вроде сдох. Давай, ну вот, веди нас. Вот это, в прошлый раз я просто среагировал медленно. Просто не, ну, реально не ожидал, что тут точно будут вот эти вот гниды. Ну, точнее, вьетконговцы прям вот так вот. А они тут себе устроили какие-то лёжки. Но все равно на болоте это такое себе удовольствие. Такое себе удовольствие с комарами, со всем вот этим вот. Так, карта. Так, ну вот 2/3 пути мы прошли. Еще немного осталось. Ребята, давайте. Я хочу вернуться в свой блиндаж, в теплую кроватку. Без вот этих вот болот. Видимость отличная. Тут, черт побери, как на Гавайях. Только если убрать это болото и вернуть сюда, точнее поставить сюда этот песок. Хороший песок, такой золотистый. На остальных я понял. Золотой песочек. Бирюзовое море. Опа. Тут хотел сказать хороших, красивых леди в бикини. Рядом еще вьетконг. Да, где? Милых, красивых леди в обтягивающих бикини. Мини-бикини. Это 60-е, вряд ли, конечно, мини-бикини будут. Но неплохо. Лучше, чем тут вот по болоту шарить. Где? Откуда? Слева. Так, бинокль. Ага, вижу. А тут один вроде. Все, сдох. Так, вроде убил я его. Вперед. Все, я его устранил, нхуд, веди нас. А где остальные? Вы что там встали? Вперед. Ну так и чё вы там встали? А вон идут. Идут. Наверное. Но там кто-то ползет. Давайте, ребята. Вы хотите вернуться на базу? Или что? Или тут жить в этом болоте вечно? Все, погнали. Погнали, ребята. Вы же хотите вернуться на базу, посмотреть в этот журналы Playboy, помечтать о том, что вы скоро вернетесь в родной дом, там, не знаю, пляж, Техас, к... Опа. Это он в нас стреляет, что ли? Так, вроде я его убрал. Но он в нас... А, нет. Все? Ты что на меня целишься? Ой-ой-ой. Ты живой? Не, не дохлый. Так, блин, стреляет со всех уже сторон, ребята. Вы чё тут встали? Вперед, атакуйте. Откуда вот там они стреляют? Я не вижу, а вон там. Давайте, шо вы тут встали? В атаку рассредоточиться, блин, чё там? Я разберусь, в чем дело. А куда разбираться? Я вроде убил всех или нет?
Походу, еще нет. А, черт, черт, откуда вы? Вот, блин, медик, это, подлечи мою сраку. Все, вы убили его. Медик, подожди, да, отлично. Отличный медик. Ай, откуда вы? А, черт побери, Нхуд, давай, выводи нас. Выводи нас отсюда, Нхуд. Ах ты ж. Откуда, где он стреляет? А, вон. Вот черт, да мы тут полной задницы. Нхуд, да выводи нас. Вот, блин. Надо вперед продвинуться. Вообще ни черта не видно. Где ж стреляют-то? Давай, выходи. Вылазь. Так, где? Жив. Да вы смотрите, живы. Вот, блин. Меня заметили, походу. Откуда огонь? Вижу. Рация, на связь. Радист, ко мне, пацаны. Мне бы патрончики, но тут... Да что вы ходите как у себя дома? Хоть прикрыли бы. Ну, откройте огонь. Ну, что вы как не... Как не родные. Где радист? Блин. Так, радист, пулеметчик. Да что вы стоите? Откройте огонь. Радист, мать твою, ты почему вперед ушел? Радист, ну назад. Давай мне связь. Связь, мне нужна связь. Я енот. Обнаружили вражеские позиции в километре к северу от точки Бейкер. Похоже на перевалочный пункт. Да. Здесь чертовски жарко, прием. О, это точно. Енот, я шестой. Продолжайте действовать по плану. Прием. Хорошо. Шестой, вас понял. Конец связи. По плану действуйте. Какому плану? Плану получить пулю в жопу. Хотя да, такой план, я думаю, у нас и есть. Так, где-то тут был автомат. Ага, есть АК. Фотография двух Чарли. Фотография двух Чарли. Так, давай, Нхуд, веди нас. Так, все, мы уже почти на месте, ребята. Мы почти уже на месте. Почти выбрались из этого дерьма. И все равно темно, как не знаю где. Ну и хоть бы один помог. Стреляют через раз. Спецназ, черт побери. Где кто? А вот. Вижу тень. Откуда вы? Ага, вижу. Акунды, не надо нам никаких акунды. Так, никаких помощи. Так, слева где-то вот там вот. Ох ты ж. Это да. Ой-ой-ой, слева там. Так, аккуратнее, ребята, бегайте тут как-нибудь. Вот черт, куда ты там побежал вперед? Не убит. Давай, вылазь. Чарли, вьетконговец. Все, вроде попали в него.
Так. Главное, чтобы тут еще на растяжку не попасть. Ни черта не видно, что у тебя тут, парень. А тут даже трупы, а вот он. А, тоже АК. Хорошо, хорошо. Нхут, веди нам нас дальше. Есть Трунг-Си. Давай, где ты? Куда? Так, я не понял, нам сюда, что ли? Ага. Возвращаемся куда-то. Куда возвращаемся, непонятно. Не знаю, кто придумал ночью. Весь этот, ни черта не видно. Блин, опять бойцы там встали. Где ты там, худ, давай. Или я тут уперся? А я тут уперся в землю какую-то. Трунг-Си, мы рядом. Мы пройди через кусты. И будем рядом Вьетконг-деревня. Хорошо, хорошо. Рядом Вьетконг-деревня. Хорошо, хорошо. О, черт! А! Засада. Медик. Прикрытие. Так, я успел за дерево спрятаться. Вижу, вижу. А, там наши побежали. Не, он уже где-то тут слева. А тут кто? Это Нхут за деревом тоже спрятался. И вот он темный, ни черта не видно. Это кто? Союзник. Да где кто? Кто где? Я ни черта не вижу. Вы можете, ребята, как-то... Это... Тут, а вон, вижу одного. И то... Вылез, вылез. Так, давайте, вылазите, гниды. Все, убили? Ага, нет, это АК, слышу. А, вон он где-то там. Так. Непонятно, попал, не попал в него. Ух ты ж, выскочил. Нет, труп, все. Так. Медик, помоги мне, медик. Где медик? Кость не задета. Я наложу повязку. Хорошо, что кость у меня не задета, она у меня широкая. Еще могли бы и задеть. Так, где Нхут? Вот он, Нхут. Давай, веди. Веди нас через этот кустарник. Двигаемся к точке бейка. Слушаюсь. Ребята, геймплей огонь. Не помню этого. Наверное, поэтому я не помню, потому что забыл этот участок. Месяц, точнее, участок игры, потому что настолько тут хреново все. Темно, ни черта не видно, болото. Нет, там был миссия на болоте, я помню, но это было вечером, хотя бы видно что-то было. И там классная перестрелка на вертолете с пулеметами, вот это вот все, гранатометы там. Они вот это вот... Деревня близко, мы теперь тихо. Вьетконга рядом. Вьетконга рядом, дай мне как... Чтобы увидеть деревню сверху, надо попасть на посадочную площадку. На карте это точка LZ, Лима Зуму. Лима Зуму. Окей. А где оно? Вот мы здесь, вот вижу красный, вижу слева вон, прям под 3B, а не 36 градусов. Пакер. А, Бейкер. Это точка Бейкер. Нам надо на Бейкер выйти. Не, Лима Зета вон. Так, связь. Радис, давай. Шестой, я енот. Как слышите? Прием. Я шестой. Слышу вас, енот. Доложите обстановку. Темно, прием. Как у... Ну, вы поняли. Темно. Бейкер. Действуем согласно плану. Прием.
Я шестой. Отличный енот. Помните, если Чарли вас засекут, они убьют пленного. Супер. Вы обязаны остаться. Крутая миссия. Миссия спасения. То есть с глушителем. Надо идти с пистолетом-глушителем. Шикардос. Так, Нхут, веди нас как-то к Рокеру. Давай, Нхут. Идем к посадочной площадке над деревней. И смотри, чтобы нас не заметили. Ага. Слушаются. Слушаемся, слушаемся. Давай, веди нас. Так, самое фиговое, мне-то придется спасать этого бойца. В прямом смысле этого слова. Поэтому я, наверное, и забыл эту миссию, потому что она ужасная. Это надо тихо зайти в этот в лагерь, вывести его, а мне придется это все делать. А я ж ни черта тут не вижу. Это только яркость выкрутить на максимум. Наверное. И то не факт, что это поможет. Так, надеюсь, нас не спалят, и Нхут нас проведет нормально, без вот этого вот всего жопы. Так, давай, Нхут, понемногу, по чуть-чуть, прям вот совсем чуть-чуть, медленно-медленно, аккуратненько. Прикольно, листья падают, видели, анимацию сделали. Так, ты куда нас ведешь? Назад ты ведешь нас? Или там ловушка? Я все равно ни черта не вижу. Это ползет еле-еле. Так, это я перестарался. Так, ну вроде как мы куда-то движемся. Я все равно ни черта не вижу. Сейчас главное, чтобы когда я в карту пялился, меня... Так, куда мы... А, да-да-да, движемся, нормально движемся. Так, пулеметчик. Ну, худ где-то здесь. Так. Ну, мы почти вышли. Мы должны вот это вот... ЛЗ. Лямбда Z или что там кружочек был. Это как раз место, откуда будет эвакуация происходить. Вертолет нас заберет. Надо туда добраться. Но я так понял, мы туда доберемся без проблем. А вот в саму деревню зайти будет проблематично. Я только не помню, мы вместе с Нутеллой зайдем туда или с кем. Я не помню, с кем мне там отправили. Думай, надо убей Вьетконга. Список так. Оставайтесь вне поля зрения противника. Вьетконговцы убьют пленного, если увидят вас. С помощью проводника избавьтесь от обоих охранников. Окей. Окей. Нужно позаботиться об этих двоих. Нхут, за мной. Прикрой нас. Ты берешь того, что справа. Есть, Дурунгси. Я возьму того, что слева. За работу. Так, я ползу вообще или нет? Или он мне мешает? А, вот так вот. Так, супер. А слева где? Где они? Я вообще их визуально не вижу. Так, что ты делаешь, Нхут? Я вообще их визуально не могу увидеть. Что он делает? Где? Где они? Хорош фигнёй страдать, мужик. Или я должен за тобой идти? Наверное, я за ним должен ползти. Так, и непонятно, он и ползет, не ползет. Или его реально заглючило? Еще мне этого не хватало. Так, но он что-то там пытается ползти. Куда, непонятно, парень. Давай, давай. Я знаю, ты справишься. Так, он право возьмет на себя. Вопрос. Где они вообще? А вот то вот, да? Ага, вот, один есть. А где еще один? А где еще один? Я одного вижу. А стоп, нет, то кустик. Листок. Так, ну вот один есть. А где еще один? А, ну вон он вроде пополз. Что-то там пытается ползти.
А, во, вижу. Так. Так, где он? Вот он. Так. Так. На всякий случай сохранюсь. Все, вроде попал, хотя... Да-да, я там промахнулся пару раз. Но ты хорош, ты с первого раза в него попал. Ребята идут? Бегут. АК-47? Ага, во. Опа. Так. Самое геморное, это надо туда войти. И когда начнется замес, вывести этого пленного. Так, вот там дрыхнет кто-то. Нет, это вьетконговец. Итак, лагерь охраняют всего трое узкоглазых. А, вон он. То есть надо всех троих уложить, что ли? Парочка сидит у костра, угу. Остальные спят в хижинах. И чё? А вон там Марф. Когда я подойду поближе, дам знак Бронсону, и он взорвет одну из хижин. Начнется неразбериха. Я хватаю нашего парня и даю дёру. Супер. Радист. Раце. Бежит. Вспомнил, что он есть. Шестой. Я енот. Мы в точке Бейкер. Следуем намеченному Бельти. Плану. Приготовьте птицу и дракона. Прием. Енот, я шестой. Подтверждаю прикрытие с воздуха. Ага. Удачи, парни. Прием. Хорош. Шестой. Я енот. Не волнуйтесь за нас. Отбой. Окей, дятлы. Дятлы. Вечеринка начинается. Гениально. Прям душа компании. Идем. Вам предстоит вытащить Марва из плена. Ваша группа останется на прежней позиции, чтобы обеспечить вам прикрытие. Поэтому управлять ею вы не сможете. Я не успел дочитать. Идите к деревне, контролируемой вьетконговцами. Спасибо, окей, я понял. А как туда идти? Просто вот тут вот... Я труп, походу. Нет, я приземлился нормально. Но это явно не тот путь, по которому я должен был пройти. Хорош, я сполз. Так. Там явно был какой-то другой путь, но я... Как бы так сказать... Креативно. Так. Ага. Найду пленного, быстро хватаю его и сваливаю. Да-да. Так, ага. Мне бы отметина, где пленный. Ой-ой-ой, там кто-то ходит. Так, аптечка. Надо перевязать. Так. Так, это уже, наверное, 10-я попытка. Какой же бред, реально. Не сдыхают, меткость у меня не ахти. Он сдох, не сдох. Эти твари, вроде всех перебил. Эй, приятель, ты как, ничего? Давай за мной быстро, нужно убираться отсюда. Так, дверь.
А, дверь с той стороны так сохранится быстро. Это шанс. Аптечка, аптечка. Так, куда валить надо? Ух ты ж, блин. Откуда вы? Куда нам освободить пленного? Так я его освободил. А куда бежать-то? Куда бежать? Я не могу понять, сюда? Куда бежать-то, а? Так, не сюда, что ли? Ах ты ж чертов радист. Куда нам? Так, явно не сюда, походу. Да не сюда. Да ёкарный бабай, да куда нам? Или все же сюда? А вот наши, все. Внимание! Давай, а где пленный? Вот черт, пленный! А! Ух ты ж, медик! У меня 2 хп! Нужно связаться с капитаном. Где наше такси? Так какие уродцы, скотина, давай быстро. Окей, дякую. Шестой, я енот. Мы вытащили нашего парня. Да сколько можно общаться? Вам предстоит вычить Марта из плена. Ваша группа останется на прежде. Да. Ваша задача проникнуть. Да я уже проник. Вертушка будет через пару минут. Давайте быстрее. Орел 2 докладывает, что к вам движется большая группа. Супер. Мне медик нужен. Как можно скорее добирайтесь до Лима-Зулу 1. Прием. Хорошо, сейчас. Идем. А где медик? Вперед. Куда? Так, сюда вроде. Ага, тут был спуск или проход. Давай. Блин, медика бы мне. Куда вы, радист? А куда дальше? Сюда, что ли? Да вы издеваетесь. Да не сюда, наверное. Сюда вот так вот. Давайте, ребята, вперед, что вы там встали? А во, пулеметчик. А где все остальные? Пулеметчик, алло. Где медик? Где все? А, так, ладно, карта. Найду пленного, быстро хватаю его и сваливаю. Да я так и так сделал. Свет, вот свет, где я? Ага, вот я. Так, это кто? Снайпер. Так, где все? А, во, снайпер. Радист. Вы тут все или где? Нам наверх. Кто тут черт ногу сломит? Куда дальше-то? А, вот. Давай сюда. Медик. Медик. Пора подлечиться. Отлично, приятель. Да, лечи меня. А то жопа нереальная. Возможно, дневник. Да, это однозначно дневник. Так, радист, где все? А, связи нет. Так, спасен. Где все? Они где-то вот здесь. Они что, там внизу еще? Ах, чтоб вас... Это... А, вот он, спасенный, отлично, ты прибежал, молодец. Хоть один адекватный. Пришел сам. А где остальная команда? Так, я не понял. Радист... Ты где? Так, это Нхут. Радист. Енот, я кардинал. Вижу вас. Бегут. Обстановку. Отлично. Прием. Кардинал, я енот. Медик. Мы оторвались от противника. Как? Требуется вертушка. Срочно. Прием. Что-то не особо похоже, что мы оторвались. Я кардинал. Приземляюсь. Отлично, связи. Наконец-то. Валим из этого задания. Бррр. То еще... Блин, это дерьмо. Давай, вертушка, забирайся нас с этого дерьма задания. Прибежали. Как валить отсюда, они сразу прибежали. Смотрите, какие быстрые.
Давай, давай. Забирай нас с этого дерьма. Спасли и хватит. Можно и на боковую отдохнуть. Оп, на пулемет. Ребята, вертолет. А, он еще не приземлился до конца. Или шо? А, во, это из-за того, что я запрыгнул, он до конца не приземлился, лол. Вот это прикол. Ребята, в вертушку все запрыгивайте. Я вас всех прикрою. Хорош. И без перегрева. Зато патроны, смотрите, какие классные, модные, плоские. Да-да-да. На, че, выкусите. Не знаю, в кого там попаду. Всех. Все. Оу, аж 4. Аж 4. 4 истребителя, там, ну, бомбардировщика на 4 халупы. Ну, там не 4, там и где-то 6-7. Аж 4 бомбардировщика. Комедия. Такое мало огневой силы, надо больше. Больше истребителей, бомбардировщиков. Еще надо было тактический стелс-бомбардировщик туда подогнать и сбросить тактический заряд на всякий случай. Авось одну халупу бы не донесли. Отряд под командованием старшего сержанта Хокинса был направлен в деревню Ронгдонг. Рондондонг. На берегу реки Кхебана, чтобы спасти удерживаемый там плену сержанта Марвина Фишера. Да, отряд пробрался к деревне северное направление, двигаясь через болото. Мне это да. Рекогносцировка деревни показала, что сержант Фишер жив и охраняется группой ветконговцев. Гражданских лиц в деревне замечено не было. Да я там всех перестрелял, даже если бы там гражданские были. Далее отряд действовал по плану. Я действовал по плану, просто сполз с горы, чуть не откинул ласты и прополз, попытавшись 10 раз. Так, такой, пацаны, попытка номер 2, вы меня не видели. Старший сержант Бронсон устроил взрыв, чтобы отвлечь внимание противника. А в это время сержант Хокинс освободил сержанта Фишера. Далее отряд вернулся к посадочной площадке и был успешно эвакуирован. После эвакуации отряда деревня была сожжена напалмом. Операция была проведена без потерь с нашей стороны. Точные потери противника неизвестны. И фотография прям вот передает всю эту миссию. Наверное, самая отвратительная. Хотя не уверен, может дальше, но я ее про нее забыл, понятно почему. Пацаны, у нас нету данных, никаких информации о том, сколько противник понес потерь. Просто нету информации. 33 убитых. Информации нет, но 33 убитых есть. Да. Как-то, ну, могли бы еще оставить. Так, 23 сентября 1967 год. Час дня. Лагерь США Нуйпек. Нуйпека. Этот раз вы отлично поработали. А, супер. Спасибо, капитан. Ничто не может сравниться с романтичной вечерней прогулкой по болоту в свете луны и трассера. Не стихи потяну, а? Вот и хорошо. Потому что вам придется поработать вместе с ребятами из агитбригады. А какое задание? После той атаки у реки Кхебана, Чарли, похоже, совсем рехнулись от страха. Они полезли изо всех щелей, и мы их перебили. Оставшиеся силы противника были заперты в болоте. Ваша первая задача — заменить там группу А-256. А, это вот та миссия, там, где противника. Где на Чарли болоте будет замес адский. Но ваша задача — не допустить этого. В нужный момент операции будет прервана, и в дело вступит ГРППО. Это а кто? Что это такое? Группа разработки и проведения психологических операций. Что они собираются делать? Рассказывать узкоглазым о кризисе среднего возраста? Ну, что-то вроде... Нам нужно несколько пленных для получения информации. Ты среднего возраста. Пацаны, вам нужен мустанг. Это поможет если вам. Они прекратят враждовать. Кредит осталось взять. С капиталистическими свиньями. Надеюсь, часть из этих людей поймет, что к чему, и сдастся. Звучит забавно. И что дальше? Если все пойдет хорошо, мы приступим ко второй фазе. Какой? Поиску и уничтожению. Целью будет уничтожение упрямцев, оставшихся в зоне и Носяра у него, конечно же, зачетный. Затем вы, парни, обследуйте болото и объединитесь с группой Б.
Справедливо. Мы даем им шанс, но если они действительно хотят схватить пулю от Хорнстера, так оно и будет. Будем надеяться, что они пулю, даже так пулю подумают. Задницей. Слушай, у тебя что, детство трудное было? Что? Когда до пушки дорвешься, у тебя клыки растут, как у вампира. Это точно, да, да, парень. Готов спорить, его мама в детстве сырым мясом кормила. Ага. Да пошли вы все, тоже мне неженки. Я просто полон энергии. А вас, видимо, не все дома. Да. Остынь, приятель. Чарли отступать некуда. Их загнали в угол. Если они не сдадутся, драка будет та еще. Она будет, я вам обещаю. О, фотография главного героя, я так понял. Или медика. Так, ну вот это Хорнстер, походу. А, это вот эти вот, которые я нахожу фотографии, наверное. Так, медальки все отобрали. Печально. Все, спасибо за просмотр и до следующих встреч. Пока.